полпятого, и папа послал меня собирать абрикосы. Да, полпятого. Сегодня мы едем на море на Арабатскую стрелку. Первого мы сейчас покушаем и поедем. Уже вечер. Мы были на пляже, уже вернулись, покупались и загорели. Я с Катей накрасились, приоделись. Думаем куда-то поехать с родителями, но не знаем даже куда. Честно, я даже чуть-чуть разочарована из-за того, что я думала, тут будет хоть какая-то цивилизация, но не то, что было. Вот это наша комната. Ну, правда, тут бардак немного. Потом, это наше окно. Оно выходит на соседний двор. Никогда не надейтесь на больше. Лучше ожидать чего-то худшего, но никак не лучше. То, что если ты ожидаешь чего-то хуже, приезжаешь там куда-то или что-то это видишь, у тебя радость. Ожидаешь чего-то лучше, приезжаешь и разочаровываешься. Я вышла на улицу, а тут папа. Папа. Ну, вы поняли, да? Поняли? Очень вкусно. Через 3 минуты мы куда-то доедем. Он пишет на выход в море. Ну хоть куда-то сходим, а то дома сидеть как-то не прикольно. Мы пришли куда-то, хоть где хоть чуть-чуть вот, есть цивилизация. Там вдалеке я вижу, там не видно на камере, но вдалеке я вижу аттракционы еще какие-то. Я хочу туда. Вот никуда не хочу, просто мне нужны аттракционы. Всем доброе утро. У кого не утро, у кого не доброе. Ну не важно. Сейчас где-то 20 минут 9-го, уже в купальнике. Родители ездили на рынок куда-то или на базар, без понятия. Купили покушать. Сейчас будем кушать. Уже вечер. Ну как вечер? 6 часов. Мы собираемся ехать на какой-то источник. We'll be right back.